Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Продолжают приходить некоторые посылочки, я хожу на почту, но монеты я пока не покупаю во время всей этой ситуации. И хочу показать вам, какую посылку я получил, что интересного я забрал на почте. Это очень полезная вещь для всех коллекционеров, нумизматов, которые сейчас остались дома и хотят как-то повысить свои знания, навыки. Отличная упаковка. У меня здесь мы видим две замечательные книги. Эти две книги от канала «Денежный сундучок» я получил в подарок. И в целом, почему мне важно сейчас получить какие-то книги интересные? Потому что сейчас, понятное дело, у всех огромное время появилось побыть дома и немножко углубиться. Вот у нее какая-то визиточка даже есть со скидками. Вот, «Денежный сундучок» YouTube канал называется. Советую перейти, подписаться, так как там сейчас проходит розыгрыш тоже с книгами. Ну, точно какие книги там разыгрываются, зайдите, посмотрите. А здесь я получил книгу «Аверс» и «Советский фарфор». В целом, по фарфору мне было интересно посмотреть, что же, какие есть статуэтки, как они выглядят. Вот. Интересно было посмотреть, какая ориентировочная цена вот на статуэтки. Видим, тут очень много разных дисконтов, скидок. Что можно сказать? Почему мне эта книга тоже была актуальна? Я видел ее на аукционах. Я видел ее и на Виолете, и на других площадках, и на OLX. В целом, интересно, у меня есть знакомые фалеристы, которые коллекционируют эти все значки, нагрудные знаки, ордена. И интересно, вот, куча закладок, кстати, можно использовать как закладку, чтобы переходить. По фарфору можем посмотреть, что тут советский фарфор. Надо посмотреть, есть ли у меня дома какой-то интересный, какие статуэтки есть у меня. И в целом тут даже, видите, со стоимостью указана стоимость. Ну, что я хочу сказать, друзья. Первое, конечно, чтобы хорошо ориентироваться в теме, нужно изучать книги, изучать подобные каталоги, смотреть, потом смотреть живьем на эти, на этот фарфор, на эти ордена. Они могут быть в музеях, на барахолках, на слетах коллекционерах. И только тогда вы сможете разбираться и погрузиться в эту тему. Всем удачи, подписывайтесь на канал, пока!